Финансовая свобода – это возможность реализовывать любые свои планы и жить счастливой жизнью, не думая о том, хватит ли денег до зарплаты. Совет номер 19. Не бойтесь инвестировать. Прямо сегодня попробуйте разобраться в том, что такое инвестиция, и побороть свой страх перед ними. Существует миф, в который до сих пор почему-то продолжают верить. Для инвестиций необходимо достичь определенного возраста и обладать высоким уровнем дохода. Только тогда получится рационально распорядиться своими сбережениями и получить от этого существенную прибыль. На самом деле это не совсем так. Действительно, инвестирование связано с риском, и для этого необходимы знания, чтобы не потерять свои деньги в первый же день. Роман Котов, президент инвестиционного холдинга «Котов Групп». Конечно, если вы имеете за плечами образование в экономической или финансовой сфере, это плюс. Но если вы далеки от этого, тоже не беда. Можно получить базовые знания по инвестированию из литературы, которой сейчас предостаточно, или обратиться к специалистам. В любом случае, вы сможете выбирать из нескольких финансовых инструментов и начинать лучше с тех, чей принцип действия вы вполне для себя уяснили. Некоторые убеждены, что заработать на инвестициях легко и просто, ведь фактически делать ничего не нужно, покупая себе акции и облигации, а деньги будут сами поступать в пассивном режиме. Но, увы, в реальности все иначе. Часть людей, не вникая в суть, действительно ведутся на кажущуюся простоту инвестиций. Но за нажатием на буквально одну кнопку у настоящего профессионала стоят еще и знания о финансах, экономике и работе фондовых рынков, а также четкая стратегия инвестиций. Но если разобраться в этом, а также заручиться поддержкой личного менеджера по инвестициям, вы сможете сделать так, чтобы деньги работали на вас.